Я Алимова Наталья Юрьевна, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Я люблю Россию. Я вас поздравляю с принятием присяги. Спасибо большое. Теперь вам необходимо подать документ на паспорт гражданина Российской Федерации. Вы заполняете заявление. Жалко, моя мама.